Приветствую и добро пожаловать в нашу аудиовселенную «Энергия Божественной Любви». Друзья, если вы впервые зашли на наш канал, перед прослушиванием данной молитвы подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео нашего канала. Вашему вниманию удивительная научная молитва Джозефа Мерфи, которая помогает в тех ситуациях, когда вы запутались, вас одолело беспокойство, страх, тревога, болезни или неприятности. Научные молитвы Джозефа Мерфи исцелили тысячи людей верой в силу подсознания. От начала прослушивания этой молитвы и до получения результата проходит от нескольких дней до нескольких месяцев. Молитву нужно слушать осознанно, вдумчиво, каждое утро после пробуждения и каждый вечер перед сном минимум месяц, а то и больше. Чтобы ускорить получение эффекта молитвы, представляйте как можно ярче конечный результат. Избавьтесь от страхов, искренне верьте в то, что Вселенная исцелит вас наилучшим образом. Приготовьтесь к молитве. Расположитесь так, как вам будет удобно. Сделайте глубокий вдох, медленный, глубокий выдох. Пусть каждое слово идет от сердца. Периодически в течение дня я буду переключать внимание от неприятностей и раздора внешнего мира на находящееся внутри меня Божественное присутствие и вступать в контакт с этим внутренним Божественным интеллектом. Я знаю, что питаюсь духовно и ментально, и Божественная река мира проходит через мой разум. Бесконечный интеллект открывает мне совершенную идею относительно решения каждой проблемы, с которой я сталкиваюсь. Я отвергаю влияние всего внешнего, приходящего, и утверждаю верховную власть, присутствие и силы, находящихся внутри меня. Я впитываю и усваиваю великую истину, что бесконечный интеллект направляет меня, что божественное, правильное действие осуществляет свою верховную власть. Через меня сейчас проходит божественное, исцеляющее присутствие, проникая в каждый атом моего существа. Его река мира проходит через мой разум и сердце, и я чувствую себя свободным, уравновешенным, безмятежным и спокойным. Я знаю, что бесконечное присутствие, создавшее меня, восстанавливает сейчас мое здоровье. Я приношу свою глубокую благодарность за чудесное исцеление, которое происходит в данный момент.
Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Периодически в течение дня я буду переключать внимание от неприятностей и раздора внешнего мира на находящееся внутри меня божественное присутствие и вступать в контакт с этим внутренним божественным интеллектом. Я знаю, что питаюсь духовно и ментально, и божественная река мира проходит через мой разум. Бесконечный интеллект открывает мне совершенную идею относительно решения каждой проблемы, с которой я сталкиваюсь. Я отвергаю влияние всего внешнего, приходящего, и утверждаю верховную власть присутствия и силы, находящихся внутри меня. Я впитываю и усваиваю великую истину, что бесконечный интеллект направляет меня, что божественное, правильное действие осуществляет свою верховную власть. Через меня сейчас проходит божественное, исцеляющее присутствие, проникая в каждый атом моего существа. Его река мира проходит через мой разум и сердце, и я чувствую себя свободным, уравновешенным, безмятежным и спокойным. Я знаю, что бесконечное присутствие, создавшее меня, восстанавливает сейчас мое здоровье. Я приношу свою глубокую благодарность за чудесное исцеление, которое происходит в данный момент. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Периодически в течение дня я буду переключать внимание от неприятностей и раздора внешнего мира на находящееся внутри меня божественное присутствие и вступать в контакт с этим внутренним божественным интеллектом. Я знаю, что питаюсь духовно и ментально, и божественная река мира проходит через мой разум. Бесконечный интеллект открывает мне совершенную идею относительно решения каждой проблемы, с которой я сталкиваюсь. Я отвергаю влияние всего внешнего, приходящего, и утверждаю верховную власть присутствия и силы, находящихся внутри меня.
я впитываю и усваиваю великую истину, что бесконечный интеллект направляет меня, что божественное, правильное действие осуществляет свою верховную власть. Через меня сейчас проходит божественное, исцеляющее присутствие, проникая в каждый атом моего существа. Его река мира проходит через мой разум и сердце, и я чувствую себя свободным, уравновешенным, безмятежным и спокойным. Я знаю, что бесконечное присутствие, создавшее меня, восстанавливает сейчас мое здоровье. Я приношу свою глубокую благодарность за чудесное исцеление, которое происходит в данный момент. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я благодарю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Друзья, если вам понравилась данная молитва, в знак благодарности каналу поставьте лайк и прокомментируйте это видео. С большим уважением и любовью, канал «Энергия» Божественной любви.